Неработающие россияне, которые заботятся о близких и родственниках, нуждающихся в уходе, ежемесячно получают в социальном фонде компенсационное пособие. Средства предоставляют при уходе за гражданами с инвалидностью, в том числе за детьми с инвалидностью, пенсионерами, достигшими 80 лет, и нетрудоспособными людьми, если по медицинским показаниям им требуется посторонний присмотр. Всего соцфонд предоставляет компенсацию на более 3 миллионов человек, за которыми в настоящее время ведется уход. Почти 170 тысяч из них проживают в Дагестане. В зависимости от того, кто его получает, размер выплаты составляет 1200 или 10 тысяч рублей в месяц. Выплату по уходу специалисты социального фонда оформляют в клиентских службах, многофункциональных центрах и через портал госуслуг. В некоторых случаях для этого нужно заключение врача, подтверждающее необходимость ухода, заявление ухаживающего и письменное согласие другого человека на получение ухода. Остальные сведения социальный фонд проверяет самостоятельно, используя систему межведомственного взаимодействия. Периоды присмотра за нетрудоспособными и гражданами с инвалидностью засчитываются ухаживающему в стаж и увеличивают его пенсионные коэффициенты, от суммы которых зависит размер будущей пенсии. Полный год ухода дает 1,8 коэффициента и год стажа.